Только одна ивановская школа вошла в топ-500 лучших учебных заведений страны по версии Центра математического образования. Критерия было два – результаты по ЕГЭ и участие в олимпиадах всех уровней. Лицей 33 славится своей хорошей математической школой, поэтому признание на федеральном уровне педагогам было особенно приятно. Надежда Алексеевна – одна из тех, кто представляет гордость школы. Именно вокруг нее сформировалась кафедра математики. В прошлом году она выпустила 200-бальников по ЕГЭ. Надежда Алексеевна твердо уверена, что при подготовке ученика важна его заинтересованность. Ведь тех, кому точные науки не даны, попросту не существует. Пока у детей получается, они это делают с удовольствием, любые дети с математикой занимаются. Поэтому, ну, самая-то главная проблема – не потерять просто, не потерять тех детей, которым кажется, что вот им математика не дается. Разубедите их в этом, и вы увидите, как зажгутся их глаза. Готовят к поступлению здесь с самого нежного возраста. Уже в начальной школе проводят олимпиады по выявлению ранней одаренности. Выделяют особенности каждого ребенка и стараются их развить. В этой школе есть установка – передать любовь к предмету детям, тогда у них все получится. Здесь немаловажна мотивация детей к обучению. Что ребенок хочет, да? Если мы говорим о старшеклассниках, куда он хочет поступить? Это и коллектив педагогов, и обязательно родители. То есть вот тройственный такой союз, когда учителя, дети и родители – это единый сплоченный коллектив, тогда бывает хороший результат. В этом году Лиза заканчивает школу. Хочет поступать в Ярославский или Питерский институт на юриспруденцию. Считает девушка себя гуманитарием. Готовится к ЕГЭ по профильным предметам. Но и математики не забывает. Подводить школу чемпион не хочется. У нас сильная математика, да. У нас учебники для профильных уровней. И да, мне кажется, неплохо сдадим ЕГЭ, потому что пробные мы пишем на 4-5. Не во многих школах проводятся курсы по подготовке к ЕГЭ, и я знаю то, что очень многие наши выпускники поступают на бюджетные места в московские, в питерские вузы. Мне кажется, это многого стоит. В прошлом году из 78 выпускников 28 поступили в вузы других, более крупных городов. 16 из них попали в университеты Москвы, все на бюджетные места. Выпускники приходят в школу и благодарят за то, что с детства их приучили учиться, рассказали, как важна математика, царица наук. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.